Один из главных документов в жизни любого гражданина. Наша съемочная группа решила узнать, насколько важен российский паспорт для жителей Донецка. Давным-давно надо было получить. Я думаю, что это актуально, но процедура несколько сложная. Ну, я думаю, что если мы жители России, то и паспорт должен быть тоже гражданина России. Когда мы не были даже в составе Российской Федерации, я знаю, что очень многие стремились просто получить. Я думаю, что сейчас большая часть вообще мира хочет получить российский паспорт, потому что это, ну, я даже не знаю, как сказать, бренд, что ли. Это, ну, быть гражданином России – это почетно. Я получила просто, скажем так, потому что мне это было по душе. Не за выплаты, не ради пенсии, не ради чего-то. Я получила просто потому, что я хотела быть гражданкой России. Так, если входим так, в состав России, значит, да, мы должны и паспорт иметь российский. Конечно. Вообще-то мы всю жизнь, особенно мы, прожили с Россией. Для нас Россия – это тоже так же родина. В свое время там паспорт нам помогал получать, как минимум сейчас самое классное, то, что мы оформляем карты по СБ. У нас появилась возможность, как все цивилизованные люди, оплачивать все с карты, а не ходить с грязной наличкой. Вот, поэтому как минимум это развитие, это ход вперед. Вот, потому что, к сожалению, наши паспорта не давали такой возможности, и наши ЦРБ бывший тоже как бы не давал возможности оплаты полноценной с карты. В первую очередь это все связано с техническими моментами, уже и на работу, и карточку получать, этот план. А во-вторых, ну а что тянуть время, правильно, мы уже россияне. Мы уже в составе России, поэтому нам всем необходимо получать русские паспорта. Расчет идет пенсионерам, а для студентов, для молодых это очень плюс большой, чтобы поступить в вузы как в России, так и у нас. Получение русского паспорта открывает перед нами новые возможности. Благодаря ему мы можем осуществлять какие-то выплаты, которые до этого нам, возможно, были не так легко доступны. Так как я сейчас студенческого возраста, скажу от имени студентов, что это перед нами открывает возможность поступать в новые вузы, поступать в российские города, смотреть Россию, открывать для себя новые горизонты. Чувствую себя защищенным и в составе России. Ну, я думаю, учитывая все социальные вот эти, ну, мне кажется, это очень важно. Если кто-то не получил, то, я думаю, уже стоит подзадуматься и быстрее это все, как говорится, сделать. Мнение граждан говорит о том, что для многих российский паспорт – это больше, чем документ. Сотни тысяч дончан мечтали получить его. И, наконец, они могут это сделать.